Здравствуйте! Все мы привыкли, что помидоры круглые. Может быть, вот немножко приплюснутые. А есть и еще другие формы помидор. Очень интересные и красивые помидоры, так называемые ребристые. В основном это крупноплодные сорта, сладкие сорта, сорта мясистые. Ну, например, сорт такой инжир, Добрыня Никитич, королевский подарок, король крупных. Из желтых ребристую форму имеют томат апельсин. Вот эти вот сорта, они не только интересные, но они и вкусные, и вообще они такие салатные сорта. Можно посадить на каждом участке, это необычно, интересно и вкусно. А вот для экзотики можно посадить сорта еще с более необычными плодами. Это грибное лукошко и шоколадное чудо. Сочетание вот этого зеленого пятна с ребристыми плодами придает очень экзотический вид, и иногда даже и непонятно, что это помидор. А шоколадное чудо, так называемые черноплодные томат, он имеет очень темный, практически такой черный цвет. Вот эти помидоры обладают более сладким вкусом, чем все остальные. Кроме ребристых томатов, необычную форму имеют помидоры грушевидной формы. Они похожи на маленькие груши, в народе их называют еще лампочки. Вот эти помидоры небольшие, они всего массой где-то 30 грамм. Но эти помидоры, они также мясистые, они очень сладкие, и они очень хорошо пригодны для консервирования и красиво смотрятся в банках. Немного похожи на грушу помидоры сливовидной формы. Они также небольшие, у них такая сливовидная форма. Очень обильный урожай. Помидоры не крупные, 30-40 грамм. Также очень хорошо консервируются и, мало того, что красиво смотрятся в банках. Все мы знаем перцевидные помидоры. Это и сосулька, и перцевидный. А есть еще помидоры в виде банана. Это называется... Так они вот и называются, банан. Это помидоры более длинные, и они похожи на бананы. Помидоры салатного назначения, помидоры сладкие. И уже совсем интересные помидоры – это помидоры черри. Черри – мелкие помидоры. 20 грамм всего весит одна помидорка, но они очень интересно растут. Вот эта вот кисть может содержать на себе 40 плодов. Кусты обычно высокие и красиво смотрятся, когда высокий куст томата, с него свисаются прям такими гирляндами кисти вот этих мелких помидорок. Помидорки сладкие, очень любят их дети. Помидоры можно консервировать для цельноплодного консервирования применяются. Также они прекрасно смотрятся в салатах, и ими можно украшать блюда. Вот такие необычные сорта помидор можно поселить на своих грядках, и тогда у вас будет не только прекрасный вкус, но и прекрасный внешний вид кустов томатов, и само земледелие будет более веселым. Я надеюсь, наши советы помогут вам разнообразить коллекцию сортов томатов, которые вы выращиваете у себя на участке.